одинаков для всех. Труд, устремление, рывок и успех. Дни напролет вы к победе стремились, цель покоряя, успеха добились. Значит, и дальше, отбросив усталость, мускулов крепких, кипящая радость, снова пусть вас устремит на рекорды. Новых побед вам в жизни и в спорте! На желание в течение 2 лет общеобразовательные учреждения соревнуются между собой на лучшее развитие физической культуры и спорта во всероссийском конкурсе «Олимпиада начинается в школе». В прошлом году в краевом этапе конкурса приняло участие 80 школ, 38 городских и 42 сельских образовательных учреждения. Быть лидерами на всероссийском этапе конкурса для школ Кубани становится традицией. 2 года подряд на всероссийском этапе школы Динского, Мостовского, Тимашевского районов занимают призовые места. В этом году к числу победителей присоединился и Абинский район, заняв 1-е место на пьедестале всероссийского этапа. И для награждения победителей конкурса «Олимпиада начинается в школе» приглашается заслуженный мастер спорта, лучшая гандболистка 20 века, призер Олимпийских игр в Сеуле, факелоносец 22-х Олимпийских игр в городе Сочи, директор краевой детско-юношеской спортивной школы по гандболу Наталья Юрьевна Анисимова. Ваши аплодисменты! Также под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену победителей номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа». Школа номер 38 Абинского района, директор Калачан Николай Степанович. Ваши аплодисменты, и мы приглашаем на сцену директора школы номер 5 города Геленджика, Чернышову Веру Георгиевну. Школа номер 11 имени Шевченко Тимашевского района. Директор Бричко Александр Викторович. Ваши несмолкающие аплодисменты победителям следующей номинации. Лучшая сельская общеобразовательная школа. Школа номер 2 Динского района. Директор Дмитренко Николай Михайлович. И под ваши аплодисменты я называю школу номер 3 Тбилисского района, директор Ильченко Татьяна Алексеевна. Ваши аплодисменты Мостовскому району и школе номер 30, директор Мадридская Людмила Николаевна. Дорогие друзья, аплодисменты не смолкают. Замечательным директорам, замечательному труду, большой команды, большого коллектива каждой школы. Давайте еще раз дружными аплодисментами наградим наших победителей в лице директоров школ. Спасибо вам, Наталья Юрьевна, и традиционное фото на память. Давайте подойдем чуточку ближе к краю сцены, чтобы фотообъектив мог запечатлеть ваши радостные лица. Я думаю, очень уместны будут аплодисменты зала. Спасибо вам, друзья. Мы просим вас занимать свои места в зрительном зале. Под дружные аплодисменты победители возвращаются на свои места, уступая место следующим победителям, которых сейчас мы пригласим на эту сцену. Совершенно верно. И мы переходим к награждению победителей краевого конкурса на лучшую постановку работы в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края по итогам 2013 года. Конкурс проводится 2-й год подряд. В этом году 148 человек из 23 муниципальных образований боролись за звание «Лучший». Главным критерием оценки конкурсантов являлся наивысший результат выступлений спортсменов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях в 2013 году. И для награждения лучших из лучших
Приглашается заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, двукратный чемпион Европы, неоднократный призер чемпионата мира и Европы, чемпион СССР, победитель спартакиады народов СССР, обладатель Кубка СССР, многократный рекордсмен мира и СССР, директор детско-юношеской спортивной школы номер 8 города Краснодара Кузнецов Владимир Александрович. Ваши аплодисменты. Номинации «Сильнейший спортсмен года» в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, и в номинации «Сильнейший спортсмен года» в видах спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, награждаются Магомедова Зайнаб, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 1 Гулькевичского района, победитель первенства мира, первенства Европы, первенства России. Пускай аплодисменты уже начинают звучать громче и громче. На сцену приглашается Винниченко Анастасия, кандидат в мастера спорта по гандболу, воспитанница детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края, победитель первенства Европы. На сцену приглашается Усова Кристина, кандидат мастера спорта по дзюдо и самбо, ученица детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Анапы, победитель первенства Европы, юношеского кубка Европы и первенства России. На сцену приглашается Бабидьян Зарина, мастер спорта по дзюдо, воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Анапы, победитель юношеского кубка Европы, первенства России. Ваши дружные аплодисменты Бабидьян Самвелу, кандидату мастера спорта по дзюдо, ученику детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Анапы, призеру юношеского кубка Европы. Пишет на сцену, чтобы получить награду «Сухий Денис». Первый разряд по легкой атлетике. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Шевченко Славянского района. Победитель и призер первенства России. Дорогие друзья, а эти заслуженные дружные аплодисменты звучат в адрес Зиновьевой Анастасии, кандидата в мастера спорта по футболу, обучающейся детско-юношеской спортивной школы Брюховецкого района, победителя и призера первенства России. Давайте не скупиться на аплодисменты, потому что это действительно заслуженные награды. Я думаю, вы знаете, что стоит за этой наградой, какое количество пролитого пота. На сцену приглашается Коломацкий Алексей, мастер спорта по гиревому спорту, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Юность» Красноармейского района, победитель первенства мира, первенства Европы, чемпионата России. Мы приглашаем на сцену Перекян Кристину, кандидата в мастера спорта по самбо, воспитанницу детско-юношеской спортивной школы номер 10 города Сочи, призера первенства мира, победителя первенства России. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с заслуженными наградами. Мы хотим, чтобы ваши лица сегодня сияли. Сегодня замечательный день. Пусть таких дней в вашей жизни будет как можно больше. Спасибо вам, Владимир Александрович. И традиционное фото на память. Давайте подойдем чуточку ближе. Улыбнемся, поднимем вверх свои награды. И подарим залу свои улыбки и хорошее настроение. Настроение спорта. Спасибо вам, друзья, за ваши достижения. Можете занимать свои места в нашем зрительном зале. Под дружные аплодисменты спортивного сообщества ваших коллег, которые понимают, насколько трудно и насколько важно добиваться высоких результатов. Когда мечта пьедестали о выходе подарев трибун, а яркость золотой медали тебя захватит, как тайфун, ты ей не смей сопротивляться. Позволь порадовать тебя, а если выйдешь гром оваций, то знай, что тысячи ребят вот здесь стояли, вдохновлялись и, слыша рев трибун и вой, бежали, прыгали и мчались.
не за медалью, за судьбой. Дорогие друзья, вас приветствует хореографический ансамбль «Гармония» Краснодарского краевого центра творческого развития и гуманитарного образования. Ваши аплодисменты им! Номер «Новая игрушка». Встречайте! Thank you.
нашими тренерами года стали Пайнов Руслан Юрьевич, тренер по вольной борьбе детско-юношеской спортивной школы номер 1 Гулькевичского района. Лучшим тренером стал Пензель Сергей Николаевич, тренер по гандболу детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края. Ваши аплодисменты Шестопалову Александру Евгеньевичу, тренеру по дзюдо детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Анапы. Лучший тренер года. Калаян Сергей Петрович, тренер по дзюдо детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Анапы. Лучший тренер года Рябухина Анна Васильевна, тренер по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Шевченко Славянского района. Ваши несмолкающие аплодисменты в адрес Дягушина Сергея Валерьевича, тренера по футболу детско-юношеской спортивной школы Брюховецкого района. На сцену приглашается Сахаров Виктор Васильевич, тренер по гиревому спорту детско-юношеской спортивной школы «Юность» Краснодарского, Красноармейского района. Ваши несмолкающие аплодисменты. И на эту сцену приглашается Гаспарян Артем Сидманович, тренер по карате детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Сочи. Под бурную овацию на сцену поднимается Закарова Лидия Анатольевна, тренер по акробатической дорожке и двойном трампе детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Краснодара. Мы приглашаем на сцену Дубровского Сергея Владимировича, тренера по самбо детско-юношеской спортивной школы номер 10 города Сочи. Дорогие друзья, на сцене стоят лучшие тренеры, они достойны самых громких аплодисментов. И мы продолжаем церемонию награждения. Мы приглашаем на сцену Ивочкина Евгения Викторовича, тренера по гандболу детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края. Под ваши аплодисменты к нам на сцену спешит Матяш Сергей Иванович, тренер по гандболу детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края. Под ваши дружные аплодисменты на сцену мы приглашаем Шмакову Тамару Васильевну, тренера по спортивной акробатике детско-юношеской спортивной школы номер 1, город Краснодар. На сцену приглашается Комяков Юрий Анатольевич, тренер по спортивной акробатике детско-юношеской спортивной школы номер 1, города Краснодара. Ваши аплодисменты лучшему тренеру года Сазоновой Екатерине Сергеевне, тренеру по спортивной акробатике детско-юношеской спортивной школы номер 1, город Краснодар. Я предлагаю всем тем, кто уже получил свою награду, поднять ее вверх перед собой, чтобы все увидели вас, победителей. Спасибо большое, Любовь Петровна, и традиционное фото на память со всеми победителями. Мы еще раз поздравляем лучших тренеров с заслуженными наградами. Эти громкие и бурные аплодисменты для вас. Ну что же, мы просим вас занимать свои места в зрительном зале. Конечно же, под аплодисменты ваших коллег и юных спортсменов. Давайте поддерживать друг друга в спорте, давайте поддерживать друг друга в жизни и дарить сегодня друг другу аплодисменты и улыбки. Дорогие друзья, вас приветствуют воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Краснодара, тренерской бригады Комякова Юрия Анатольевича, Шмаковой Тамары Васильевны, Сазоновой Екатерины Сергеевны. Акробатический этюд Манукян Эдуард, Евсюткин Максим. Мастера спорта России по спортивной акробатике, члены сборной команды Краснодарского края, победители первенства России 2013 года, серебряные призеры первенства России 2014 года, финалисты чемпионата России. Акробатический этюд. Встречаем!
Ваши аплодисменты молодым спортсменам! Уважаемые коллеги, друзья, для нас сегодня огромная честь видеть в гостях созвездие выдающихся спортсменов. Кубань гордится вашими достижениями в спорте. Мы благодарим вас за эти красивые победы. Из 100 спортивных школ системы образования на сегодняшний день культивируют командные виды спорта 82 школы. В них работают 208 отделений, в которых занимаются порядка 50 тысяч учащихся. Спортсмены говорят, что спортзал – это второй дом, а команда – это вторая семья. И для награждения победителей в номинации «Сильнейшая команда» приглашается руководитель Краевого центра развития физической культуры, спорта, системы образования Демчук Константин Борисович. Ваши аплодисменты! И под ваши дружные аплодисменты мы приглашаем на сцену победителей в номинации «Сильнейшая команда в групповых видах спорта». Видах спортивных дисциплин. На сцену приглашается Неводничкова Анастасия, мастер спорта по спортивной акробатике, воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Краснодара, призер первенства Европы, чемпионата России, победитель и призер первенства России. Ваши аплодисменты звучат в адрес этой номинации. И мы приглашаем на сцену следующих номинантов. В номинации «Сильнейшая спортивная команда по игровым видам спорта среди юношей» награждаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края, победители первенства России. Мы приглашаем на эту сцену Чан Суанье. Ваши аплодисменты. Что аплодисменты в адрес юных спортсменов должны звучать в 2-3 раза громче. Это будущее спорта, это будущее России и Кубани. Мы ждем на сцене Макарова Даниила. На сцену приглашается Кондратенко Вадим. Килько Максим. Базарев Евгений. Тарасенко Семен. Ваши дружные аплодисменты следующим победителям. Шалабанову Савелью. Данильченко Даниле. Данильченко Евгению. Ваши аплодисменты в адрес Белоус Дмитрия. Телекова Дмитрия. Овечкина Евгения и Васюхна Даниила. Я предлагаю овации наградить победителей этой номинации. И мы готовы озвучить имена победителей следующей номинации. В номинации «Сильнейшая спортивная команда по игровым видам спорта среди девушек» награждаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края, победители первенства России. И ваши аплодисменты замечательным девушкам Эсави Сабрина, Беседина Ирина. Дружными аплодисментами поддерживаем победителей этой номинации. Давиденко Александра, Семянченко Виктория, Алена, Зайцева Маргарита, Заболотняя Екатерина, Давлетбаева Аделина, Севрякова Мария,
красивые, спортивные. Еще раз ваши аплодисменты в их адрес, в их честь. Еще раз ваши аплодисменты нашим победителям. Спасибо вам, Константин Борисович. И я приглашаю всех на памятное фото. Становится плотнее, вас так много. Но каждого должно быть видно и награду каждого из вас. Подарите свою улыбку зрительному залу, а он ответит аплодисментами. Спасибо вам. Дорогие победители, эти аплодисменты вам, и мы просим вас занимать свои места в нашем зале. Под ваши дружные аплодисменты, кто, как не вы, знаете, сколько труда нужно вложить для того, чтобы добиться своей цели. Дорогие друзья, аплодисменты не смолкают. Сегодня каждый победитель, стоящий на этой сцене, достоин самых лучших похвал. Новых побед вам, новых вершин, новых стремлений. И обязательно достигайте поставленных целей. У вас все получится. Рядом с вами верные наставники. Они всегда вас поддержат. И вас впереди ждут самые лучшие горизонты спорта. Ну что же, дорогие друзья, продолжает радовать вас своим творчеством хореографический ансамбль «Гармония» Краснодарского краевого центра творческого развития и гуманитарного образования. Номер «Барбарики».